Здравствуйте, я Никита, и сегодня я вас научу делать Switch Hard Flip. Выглядит он так. Чтобы научиться делать этот трюк, нужно уметь Switch Frontside Flip. Расстановка пальцев вот такая. Делается то же самое движение средним пальцем, как и на Switch Frontside Flip. Вот такое. Только вы при этом не должны разворачивать руку, а просто ждете, пока доска прокрутится полностью, ловите и уезжаете. Трюк выполнен. Трюк очень стильный, совсем не сложный, и с ним существует множество комбинаций. Спасибо за внимание. Пока.